Осторожно, дети! Петербургские автомобилисты говорят, что на дорогах у этой фразы появился второй смысл. Юные инспекторы вышли к сверстникам с плакатами о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Передвижение зацепера по Васильевскому острову камера видеорегистратора зафиксировала в минувшие выходные. Молодой человек рискует не только своей жизнью, но и подводит под статью автомобилистов. И таковых, как утверждают педагоги, в Петербурге немало. Зацепера, да, я видела, двое ребят прицепились к троллейбусу. Мы ехали немного дальше, и троллейбус подходил к остановке, и вот они соскочили. Более того, интернет переполнен видео, на которых дети, пытаясь доказать свою смелость, выбегают на улицу перед близко едущими машинами. Это смертельно опасная забава «беги или умри» в последние месяцы особенно завлекает подростков. Сотрудники полиции нацелены на профилактику работы среди несовершеннолетних в этом направлении. Будем стараться делать все возможные усилия, чтобы искоренить это у несовершеннолетних. О том, что бросаться под машины совсем не круто, объясняют подросткам и старшеклассники. А по мнению полиции, это якобы игра, может быть очередной провокацией. Возможно, поэтому в районе, к счастью, не было ни одной жертвы экстремальных игр. Если про тебя думают, что ты не смелый, лучше в себе это сдерживай, не обращай внимания. Это очень опасно. Машина может не увидеть ребенка и сбить его. А водитель будет виноват в этом. Это только первая акция. Теперь юидовцы надеются, что их призывы заметят, и с плакатами школьники выйдут и в других городах.